всех приветствую. Значит, сегодня будем менять вот этот руль на рестайлинг от другой машины, точнее от рестайлинга от Lexus RX3 350, 450, по-моему, и GX еще, по-моему, такая же подушка, такой же руль. Ну, в общем, приступим. Для начала снимаем старый руль, сделаю вот такую схемку, она у меня есть в электронном виде, и распечатал согласно схеме, раскрасил цвета, чтобы перепиновывать по цветам, то есть не сидеть, не забивать себе голову пересчетом пинов. В общем, постараюсь с комментарием, а так как получится. Руль, значит, снимаю первый раз, поэтому будем вместе. Пока выключаю. Я человек, боровик. Достаем с инструмента нужные головки и приступаем. Так, это тоже будем откручивать, потому что частично проводку будем переделывать. Так, клемму КБ снял. Подушка, я так понимаю, держалась на этих двух болтах. Подушка, значит, держится на двух винтах. Дальше у меня нету климата. Это вот эта фишка. Мы будем переставлять на мой. Руль пришел без него. Так, его протрем, все померим. Так, у нас в итоге получается. Значит, получается следующая картина. Круиз, контроль, один в один подходит. В принципе, я так и думал. Это где-то универсальность любит. Внутри бы они не стали.
прыжок сразу заправить в нужное место. Есть круиз на своем месте, работает также. Прикручено наверняка хорошо. Сорвалась очень легко. Сюда, там дальше электрической части очень много. Дальше у нас идет это все. Все, больше так крутить ничего. Снимаем руль. Дальше не хочет уходить. Если сюда винты включить, упрется в эту хреновину нельзя. Понимаете, болты для этого придуманы. Если упереть во что-то сюда и вкрутить сюда, то оно в принципе снимется. Сейчас, если не пойдет, так и сделаем. Так, распиновочка происходит таким образом. Берем тонкую иглу, специально у меня есть, я половину сделал, вставляем вот в этот паз, чуть ниже который, надавливаем. И контакт освобождается. Значит, по фишке. Фишка идентична этому, этой фишке. Перепиновка, значит, заключается в том, что вот я рисовал, она в принципе не нужна. Все делается гораздо проще. Фишка вот эта и вот эта, они абсолютно одинаковые. То есть перепиновываем эти крайние в эти крайние. То есть все вот эти вот один в один параллельно этой. Единственное, добавляются два дополнительных пина на лепестки вот эти. Последний штрих. Защелкиваем его. Все, у нас станет на свое место. Значит, появляется в принципе только дополнительные три провода. Вот эти, это на массу. Это лепестки.
Так, лепестки сейчас я проверю, согласно моей распайке. Фиолетовый внизу, все. В общем, лепестки на двух крайних проводах. Такие разъемчики очень полезные для распиновочки. Так. Так, все защелкнул. Остался подогрев. Датчик положения нуля я выдернул. Вот этот разъем пихаем сюда. Так, теперь проверяем лепестки. Должны замыкаться на массу. Если все правильно собрано. Так, этот левый, правый лепесток. Соответственно, сигнал проверим. Игра все будет на выдом правильно.